несчастью, в последние годы хамство на дорогах в Иванове стало нормой. Но некоторые дорожные стычки переходят все границы. Этот видеоролик прислал нам один из зрителей. Владелец черного внедорожника, как ни в чем не бывало, объезжает пробку по встречной полосе через две сплошные и едва не врезается в автора видео. Между водителями произошел визуальный конфликт. Чудом избежав аварии, владелец регистратора продолжает свой путь. Но черный внедорожник догоняет и подрезает его. Укрыться от автохама в одном из дворов автору ролика не удалось. Догнав молодого человека, водители пассажиры иномарки принялись пинать его авто. Но, заметив видеорегистратор, ретировались. По нашей информации, на автохулиганов уже заявили в полицию.